Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Открываем, как обычно, бесплатный пак. Так, выпадает нам Макмен. Ну что, сегодня-то мы попадем в Лигу Мастеров или нет? Я думаю, что попадем. Хотелось бы даже Лигу Мастеров 2 звезды взять. Но сначала мы, наверное, жетончики, конечно же. Конечно, друзья мои, мы будем набирать, точнее, проходить задания для того, чтобы получить жетоны. И сегодня, судя по всему, наверное, у нас получится все-таки закрыть Роквелла. И на этом у нас фарм заканчивается. Я имею в виду, что мы больше не будем фармить жетоны, так как все персонажи у нас будут открыты. А раз все персонажи будут открыты, значит, нам остается только что прокачивать их по уровню и прокачивать их по скиллам. Это, кстати, очень и очень трудоемкое занятие. Особенно проблема будет в мутагене. Проблема будет с переходом всех скиллов на седьмой этап. Ты представляешь, сколько нужно будет мне... Ой, я даже думать об этом не хочу, сколько нужно будет мне орнаментов подобывать. Нет, это, по-моему, чересчур. Мне кажется, на это уйдет столько времени, даже больше, чем я играю вообще в эту игру. То есть, если у меня тут года 4-5, да, по-моему. Ну, 4 точно будет. То есть, нам еще столько же придется, может быть, даже больше. Это, конечно, жесть. Ну что, ребята, последний эпизод, 4-й, мы проходим, получаем там... Если я не ошибаюсь, 60 жетонов. И нам как раз этого хватит. Так. Зэк бросает свою бомбочку. Оу, Армагон решил валуном звездануть. Молодец, красавчик. А Ваня? Ваня будет что-нибудь делать у нас? Ваня просто кулачком. А мог, ребята, из базуки звездануть. Да, но тем не менее мы все равно здесь побеждаем. Как говорится, Змейка Вин получил по полной программе, и мы забираем соточку. Ну что же, а теперь я бегу в магазин и со спокойной душой приобретаю последние 3 ДНК. Все, друзья мои, все. Так, единственное, что нам нужно будет сделать, это перейти сюда и развить его до фулл золотой звезды. Но не забывай, что нам еще нужно будет прокачать его в платиновый ранг. Но это уже другая песня. Главное, что нам теперь не нужны будут жетоны вот эти вот. Соответственно, откаты мы тоже уже тратить не будем. Ну что, ребят, пойдемте пройдем серию испытаний по-быренькому. Так, возьмем Макмана, Бакстера. Возьму я здесь Донателло. Нет, Рафаэля не будем брать. Возьмем Маузера и возьмем Крэнга. Против такой команды, естественно, они ничего сделать не смогут. Нет, ну в принципе, ребят, в принципе, Донателло может получить немножко звездюлей от наших противников, но выжить выживет, он не упадет. Опа, ты прикинь, у нас у Маузеров стоит уклонение, и этот гаденыш все равно попал. Зашибись, Маузера, значит, у вас очень слабое уклонение. По-другому не скажешь. Ну давай, добивай его двойной атакой. Переходим на последнюю волну. А на последней волне у нас кто тут? Ага, Хан, Пиццелицей, Саблезуб. Ну давай возьмем, наверное, и сделаем супер удар. Да, этот боевой луч крэнговский, смертоносный. Ты смотри-ка, а. Топотун. И добивка. Все, друзья мои. Здесь у нас все прошло как надо. Так. Ну что, забираем здесь награды. Так, сразиться. Ну, давай сразимся, так уж и быть, в боях. Ищем мы на Кунаичи. А нужно нам 10 вот этих вот номеров автомобильных. Так, ну что, один нашли. Один нашли, вот уже и второй. Что-то ни с того ни с сего, ребята, обрыв сети был. Так, я уже... Блин, сколько там было-то у нас? Черт подери, давай посмотрим. Ага, нам еще нужно 7. Раз.
Ну, понятно. Короче, эти номера, блин, выпадают, когда не нужно горами просто. А сейчас они фиг тебе выпадут. Поругался, и вроде бы пошло дело. Так, еще два остаются, да? Один. Ну и последний. Все, шикарненько. Прокачиваем до третьей ступени. Замечательно. Так, теперь забираем здесь задания выполненные. И нам нужно будет поднять уровень персонажа. Сейчас пока мутагена у нас не хватает. Но я думаю, что после турнирочки нам вполне хватит. Так, сейчас посмотрим, дадут ли нам здесь 16-21, отлично. Я беру. Так, возьму тогда здесь Леонардо. Я думаю, что одного Леонардо будет достаточно. Но если что, мы уж не такие ватники. Прям падать с одного удара. Я думаю, выживем и сможем добить. Но Леонардо вряд ли справится здесь со всеми, конечно же. Один остался, но это не беда. Все, Майки нам в этом деле подсобил. И мы продвигаемся дальше. Так, а вот, ребята, и Сёгуны три звезды. Мы обратно вернулись. Давай возьмем 16-21. Я возьму Бакстера Стокмана. Уровень бойцов, противников почему-то с 60 уровня упал на 58. Тем самым давая нам шанс на то, что мы пройдем здесь без потерь. Так, смертельная волна от Макмана. Вот немножко обидно, ребята, то, что... Да, он еще и хильнул. Я, знаешь, что думаю? Я, наверное, сделаю так. Вот ускорение, не буду я бросать флакон. Так, теперь понизим атаку. Дальше запретим хилять, хотя хиляться они все равно не смогут. Пробьем Ваню. Опа! Вот это залет, ребята. Вот это залет. Нет, слава богу, мы успеваем. Потому что если бы сейчас Микеланджело бы сходил бы, я больше уверен, что Ксевермонтес бы упал бы со своим количеством ХП, что у него оставалось. Его бы быстренько запинали. И тут не поспоришь. Так, ну что же, а мы двигаемся дальше и попробуем сейчас. Хотя навряд ли мы тут 17-22. Нет, мы не получим. Поэтому я беру Рафаэля, Донателло, Майки. Ну и, например, вот так вот. Нет, вот так вот сделаем. Возьмем Острозуба. Да тут достаточно, в принципе, и Рафаэля с Микеланджело было бы. Можно было бы остальных взять слабеньких. Но единственное, что, ребят, от массовых атак мы не защищаемся от массовых атак, когда Рафаэль стоит в провокации. Понимаешь, да? То есть могут как-то краешком нас задеть невзначай, и мы тогда потекем здесь. А на подстраховке, конечно, хорошо сидеть. То есть Рафаэль взял провокацию, Донателло ударил массовой атакой, Майк, естественно, повесил уклонение. И все это в совокупности дает нам 100% шанс прохождения без каких-то последствий, без потерь. Так, ну что, 16-22, берем Макмана с его невозмутимым торнадо. Так, раз, два, три, четыре. Единственное, что если Макман, например, не уничтожает всех, то нам придется делать по два хода за наших бойцов, чтобы уложить одного вражеского бойца. Да. И вот здесь, ребят, дилемма. Ну давай я попробую здесь, наверное, вальнуть. Так как здесь мало хп, поэтому 100% попадание будет. Ё-моё, массовая атака. Вот это плохо. Смотри, что происходит. Тут вариант либо хиляться, либо рискнуть. Я, наверное, все-таки хильнусь. Но мне кажется, это не поможет нам. Нет, это не поможет. Хотя если флакон бросить. А чё флакон? Флакон, ребята, он... Меткость, ну меткость понизил. Все равно попадает. Ауч! Да, ну лопухнулся. Я же говорю, ребят, если Макман не добивает, то все. Начинается беда. Еще творит. Возможно, если бы я сделал, конечно, вот этот удар с гидрантом, может быть, мы, конечно, и победили бы из всех. Но я рискнул хильнуться, и хил у нас очень плохо сработал. Мало он отхилял, конечно. Вообще мало. Не ожидал я
такого слабого хила. Так, 16-22. Берем здесь зэка. Возьмем, наверное, Ваньку. Вот они вдвоем тут пойдут. Раз, два, три. Погнали. Так, ну что, бросаем бомбочку. А теперь представь, сколько нам нужно будет платиновых осколков, чтобы прокачать всех в платиновый ранг. Вот об этом тоже, ребята, не стоит забывать. Это очень-очень много. Я даже об этом думать не хочу, потому что, ну, это на самом деле жестко. Так, ну что, берем Рафаэля, берем Пиццелицева. Ну да, сейчас Рафаэль будет первым ходить. Я надеюсь, что хотя бы половину хп отнимет, а там уже Пиццелицев сделает свою массовую атаку. Тоже типа добивки будет. Так, отлично. Ау! А у нас, оказывается... Так, подожди. Давай так попробуем. Есть! Шикарно. Слушай, ну у Рафаэля офигенная инициатива. Он, ребята, просто два раза за ход ходит. Это, конечно, обалдеть. Я не помню, чтобы у нас какой-то персонаж два раза за ход ходил. А этот ходит. Ну что, здесь Армагона будет достаточно. Не будем тут особо выпендриваться. С одной плюшки, как говорится, звезданем и был таков. Поехали. Так, Рокстеди, да? Блин, как меня Кейси Джонс убивает. Я не могу прям, ребят, ну просто раздражает меня. Что первый тот слабый Кейси Джонс, что этот слабак. Я не знаю, как с ними тут вообще можно играть. 16-22. Продолжаем, ребят, бомбить. Я возьму здесь маузеров. Этого более чем достаточно будет для 66-67 уровня противников. То есть просто он с одной плюхи должен вынести. Ну, может быть, Кабан выживет или Донни. Тут одно из двух. Сейчас посмотрим. А может быть, все упадут. Так, Кабан, Донни и Рафаэль. Неожиданно, конечно. Я почему-то думал, что немножко другие персонажи. Ну, про Кабана я угадал. Я думал, что Донни выживет, а тут Рафаэль. Ну что, друзья мои, Лига Мастеров, первая звезда. Продолжаем двигаться в нужном, как говорится, направлении. Возьму-ка я здесь Кожеголового и... Блин, мы еще до сих пор не перешли на 61-й, хотя бы 62-й ранг. Мы где-то до сих пор 56-х мусолим. Здесь я немножко, конечно... Наверное, оплошал, ребят. Да ладно, Кожеголовый, а ты красавчик. Ты в курсе, нет? Блин, вот это я зря делал. И сейчас он не подобьет сплинтера, а он его не подбил. А если так? Да ну хорош, ну вы серьезно, что ли? Вообще никого не можем пробить. Так, ладно, минус один. Ну, есть. Просто вот это вот иногда напрягает, когда ты делаешь свои массовые атаки. Ты урона им не наносишь, а тебе в ответ прилетает так хорошо. Особенно, когда у нас мало здоровья. Так, ну что, я возьму тогда здесь, наверное, Супер Шреддера. Потому что, о, нет, тут уже не только, ребят, Супер Шреддер. Тут нужен еще один персонаж. Потому что у них 72-й, 73-й уровень. То есть уже... Серьезные такие противники, где без подстраховки, в принципе, делать нам нечего. Ну-ка, караечка, давай. Шикарно, а Ванька? Ну, я думал, что Ванька постепенно отдуплится, но все-таки Алапекс нам помогла в этом деле и завалила его. Хочу, хочу Лигу Мастеров 2 звезды. Так, было 17-23, и они опять начинают бузить, а? Ну ты посмотри. Они бузят. Бузят в наглёшь причем. Твою налево, не хотят, а? Эй! Есть. Я выудил все-таки. Ну что, я, наверное, возьму здесь Усаги и Слэша. Вот вдвоем. Потому что без подстраховки здесь уже опасненько драться.
Так, ну что, Усаги первый у нас ходит. Слушай, а Слэш, подожди, Слэш. Слэш у нас не такой, короче, по инициативе хороший. Но, в принципе, здесь... Давай. Здесь можно было бы только лишь носорога завалить, а эти бы от постепенного урона сами бы отдуплились. Но я сделал так. Ага, 46 место. Так, ну опять они мне дают 16-22, но я выбираю 17-23. Так, Крэнк. Крэнк, Крэнк, Крэнк. Ну, сейчас придется еще и откаты брать, потому что... Само собой, нам не хватит персонажей доиграть, как говорится, без помощи хай-левных бойцов. Тут прекрасно получилось. Корейка, давай добивай уже их. Ну что ты? Крис Брэдфорд такой этот, как тебе, нарцисс, можно так его назвать. Потому что, ребята, он свои мускулы целует. То есть он так в себя влюблен, что прям, я не знаю, ну истинный нарцисс. Так, а мы берем с тобой... Ой, подожди, не хочу, не буду я брать этот отряд. Возьму лучше вот этот. Там Микеланджело, поэтому, ребят, я как бы... Поменял нашу команду. Раз, два, три. Что-то я как-то тут круто уже больно взял двоих. Ну, все равно тут по-любому надо брать уже двух бойцов. И с одним бойцом у нас не прокатит. Хотя сейчас посмотрим, сколько Маузер будет отнимать. Глянем. Ё-моё, очень хорошо отнимает. Практически всех ушатывает. Единственное, что он не повесил смертельный урон постепенный. А так у него все отлично получилось. Ну что, 16-я позиция, то есть, наверное, еще поединок 2, и мы уже перейдем в Лигу Мастеров. Две звезды. Так, я возьму здесь Рафаэля и возьму здесь Армагона. Раз, два, три. Так, а сколько у меня откатов? По-моему, десяточка там осталась на 5 поединков. Да, этого хватит нам. Нам сегодня в Лигу Мастеров 2 звезды попасть. Завтра, я думаю, что мы уже дойдем до Лиги Мастеров 3 звезды, и все. Насчет топчика не скажу тебе. Может быть, получится. Но, видишь, откатов мало. Было бы откатов чуть больше, и все, тогда было бы у нас на мази. Ну, совсем капельку не хватает. Совсем чуть-чуть. Давай возьмем Рафаэля, возьмем, наверное, Маузеров здесь. Раз, два, три. Ну, персонажа-то еще достаточно. Поединков 4-5 мы еще можем сыграть. Откатов не хватит. Поехали. Слушай, ну Рафик хорош. Хорош, ребята, в плане того, что он первым ходит, да? И он наносит довольно серьезный урон. Причем уровень 72-76, как бы... Хорошо он по ним звездерит. Ну что, поздравляю нас с Лигой Мастеров 2 звездочки. 88-я позиция. Так, погнали. Рафаэль. Опять же, Маузеров возьмем. Ну, тут уже не принципиально. Что с конца, что с самого начала брать. Тут главное победить. Так. Замечательно. Нисколько не сомневался, что мы здесь всех порвем. Слушай, да полтинничка добрать было бы неплохо, да? Полтинничек возьмем и все. И можно будет успокоиться. Возьмем Рафаэля. Возьмем Кожеголову. Попробуем такой командой. Раз, два, три. Ну да, где-то еще 2 или 3 поединка у нас остается. И 50-й ранг у нас, в принципе, будет в кармане. Угу. Ну и Кожеголовому остается только добить их всех, а это ему довольно легко получится сделать. Все, ребятушки, просто шеминтом пробегаем. Ну что, уже 60-я позиция, как ты видишь, нам остается, ну, поединок сделать один. Раз, два, три.
Оу, как раз следующий поединок у нас будет последним. Потому что тютелька в тютельку выходит. Поехали. Хлоп. И валунчиком, так сказать, прижимаем их. Все. Лучше и быть не могло. Ну что, 50-е даете мне? Да, 46-е даже получаем. И на дорожку, так сказать. Возьму Армагона и возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Три. Все, это последний поединок у нас сегодня на арене. Такс. Слушай, ну постепенка висит. Хотя она уже нам не пригодится, в принципе. Все по красоте. Ну давай, 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 завершай. Так, сколько мы там мутагена? Слушай, ну 38-я позиция, нормально. До завтра, я думаю, нас еще не скинут. Мутагена я не вижу, сколько я тут получил. А где мутаген-то? Так, 23 тысячи мутагена у нас, поэтому... Ага, хватает. Пиццелицы получил 74 уровень. Здесь забираем остатки роскоши. Остатки роскоши. Ой-ой-ой, зачем я сюда иду? Сюда нам не надо уже, ребята. Все, жетончики у нас найдены, как говорится. Все у нас прокачано. А что остается? А нифига, ребята. У нас одним задание меньше, поэтому у нас пока остается только арена. И все. Больше ничего, друзья. Это уже потом, когда у нас будет доступно испытание, мы будем с тобой фармить нужные нам детали. А так все, ребят. А будем закругляться. Так, у меня еще немножко пиццы есть. Давай попробуем ее, как говорится, всю потратить, эту пиццу. И... О, мы можем даже вот так сделать. Кунаичи у нас прокачивается до 60 уровня. Ну, давай потратим, наверное, на поиски видеомагнитофона. Очень хорошо он находится. Так, портрет короля. Все, ребят, пицца завершилась. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.